Самое красивое. Сценарий Алисии Барриос. Аркимедес Риверо. Режиссер Рафаэль Гомес. Добрый вечер, друзья. Вот и снова нас ждет ежегодный специальный показ мод в самом престижном доме моделей страны Тропибелда. Сейчас к нам идет хорошо вам известный Рикардо Линарес Ринкон. Мы зададим ему несколько вопросов. Пожалуйста, Рикардо. Рад тебя видеть, дорогая. Как поживаешь? Спасибо, хорошо. Как приятно, что и в этом году ты опять с нами. Ты прекрасно выглядишь. Ты, как всегда, любезен. Скажи, пожалуйста, что нового покажет нам Тропибелла в этом году? У нас много интересного. Мы продемонстрируем очень красивые вечерние платья. Будут представлены новые модели спортивной одежды. Большое внимание будет уделено также одежде для женщин, которые работают и учатся. Мы стремимся, чтобы она была не только удобной, но и красивой. Думаю, сегодня вечером наших зрителей ждут настоящие сюрпризы. Думаю, они понравятся нашим зрителям. Я уверен. Уверена, так и будет. Как вы знаете, подобные показы моделей проводятся каждый год. Средства, полученные от этого представления, будут направлены на счет детского дома. Прекрасная инициатива фонда Линарес, основатель которого, молодой выдающийся модельер, сейчас стоит рядом со мной. Скажи, Рикардо, как возникла у тебя эта мысль? И чем объясняется эта неустанная забота о детях? Я считаю, что дети, стоящие на пороге жизни, беззащитны. Но ведь именно в этом возрасте формируется человек. И, по-моему, мы должны дать им возможность жить, существовать и развиваться должным образом. Я так думаю. Одним словом, дети — твоя слабость? Нет. Они побуждают меня к действию. Моя же слабость — такие красивые женщины, как ты. Итак, друзья, через несколько минут мы встретимся на демонстрации моделей Тропибелла. Ну, Хосе, как получилось? Очень хорошо. У тебя всегда все хорошо получается. Я серьезно говорю, ты превосходно выглядишь. Когда ты согласишься со мной поужинать, а? Я же сказала тебе еще в прошлом году, тогда, когда ты пригласишь моего жениха. Видимо, придется повторить приглашение на следующий год. Может быть, к тому времени ты распрощаешься со своим женихом. Спасибо, что поработала с нами. Что это у тебя? Ну-ка, закрой глаза. Что это? Веди себя хорошо, и все будет замечательно. Конечно. Четверть пятого. О, Господи. Ну, наконец-то он приехал. Скажи Роксане, что он уже приехал, через 15 минут начинаем. Иди, иди. Так и без работы остаться недолго.
В первую очередь следует заботиться о других, а потом о себе. Это еще одна выдающаяся добродетель, которая, однако, неведома людям. Что дала ему эта доброта? Вот он и старается замаскировать, спрятать свое доброе сердце. Прикрывается маской плейбоя. Он несчастен, страдает, не подавая виду. Он сам выбрал этот путь. Он живет своими страданиями. Он вбирает их в себя. Пусть он постарается преодолеть их. Он должен вернуть себе покой. Вот уже 4 года, как ему это не удается. Он несет свой крест, но он не таков. Мой сын одинок, Федерико. Ты знаешь это. После случившегося он не такой, как прежде. Эта страшная трагедия изменила его. Эльвира, не начинай все сначала. Не проходит и дня, чтобы ты не вспоминала о том, что следует забыть. И сегодня ты уже говорила об этом. Не надо больше. Не надо. С вашего позволения. Ну вот опять. Все сначала, как по писанному. Начинается с разговоров, потом ссорится, потом отец уходит. Не бери в голову, не надо. Все отцы одинаковы. Если они не ссорятся, им как будто чего-то не достает. Пойду поздороваюсь с Рикардо. Скоро вернусь. Я на минуту, мамочка. Поживей, девочки, поживей. Ну как тут мои куколки? Хорошо. Вы все замечательно выглядите. Я восхищен. Ах, как хорошо, замечательно. Вы готовы, девочки? Минуточку, дай посмотреть на тебя. Повернись. А, хорошо. Ну-ка, ну-ка, а ты повернись. Хорошо. Для тебя я всегда готова. Как я выгляжу? Божественно. Ну, все замечательно. Рикардо, а я? Как я выгляжу? Я для тебя на все готова. Ну как? Ты выглядишь божественно. Поправь здесь. Быстрее, быстрее. Ну, давай, давай. Ну, а ты почему не переоделась? Потому что Оскар не дал мне платье. Скажи Оскару, чтоб поторопился. Ну, пойдемте. Я еще раз хочу напомнить вам. Не волнуйтесь. Спокойнее, будьте самими собой. Будьте такими, какими обычно бывают мои куколки. Спокойно, девочки. Вы замечательные. Церемония уже начинается. Куда же делась Габриэла? Габи, где ты была? Уже начинается. Успокойся, они сейчас придут. Тем более сначала будут выступать преподаватели, директор, а потом уже все остальные. Я их здесь подожду. Видимо, застряли где-нибудь в пробке. А может быть, они приедут на такси. Конечно, они приедут на такси. Нам пора, они сами пройдут, когда приедут. Габи, ну пойдем. Нет, я лучше их здесь подожду. Представляешь, они приедут, а нас нет. И вдруг они уйдут. Это на них не похоже, ведь они такие же умные, как ты. Разве я не права? Конечно, они похожи на меня. Ну иди. Ну не стой над душой, иди. Хорошо, я пойду. Только не задерживайся. Мама, пожалуйста, ну где вы? Мама!